что, ребята, четвертый день нашей рыбалки на этом сейчас месте. Только что была смена караула, отсюда каких-то два детка уехали. Мы только что пришли. Сейчас будем тут рыбачить. Они еще нам тут какие-то прикормки кинули, так что, думаю, рыба сейчас должна пойти. Так, донку мы забросили уже, сейчас будем ловить на удочку. Да, есть. Вот он. Первый на донку попался. Долго мы его ждали. Где-то минут 40, наверное. Вот такой вот карасик. Ребятки, долго опять клюет у нас. Ух ты! Еще себе. Что это было? Вот он. Попался. Хорошенький. Такой с ладошечку будет. Какой большой. О, с ладошку размером тоже. На донку большие сегодня клюют. Вот есть, ребята. О! Да, на удочку сегодня у нас, по-моему, первый у меня вот такой вот маленький попался. Так, ребенки, донка заклевала. Какой хорошенький кабанчик попался. О, наконец-то попался на удочку, блин. Какой-то черненький он, с черными плавниками. Такой маленький, о, меньше ладошки. Вот он.
даже и не клевал как-то особо. Вот он попался, еще один. Что-то есть. Опа. О, какой хорошенький. Крупный попался. Ну что, ребята, завершаем нашу рыбалку. Сегодня мы решили чуть пораньше поехать. Вот такой вот у нас сегодня результат. Это вот я наловил в ведре там. Вон они караси тут, не знаю, видно, нет. Там, ну, десяточка есть, а это у меня поймал отец. Вон несколько карасей, одного прям знатного такого, здорового. О, какой, прям рекордный. Все, на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч, скоро увидимся.